любителей футбола. Напоминаем составы играющих сегодня команд. Наши гости – Олимпик Донец. Ворота защищает Зауриев Махарадзе, номер 1. Номер 3 – капитан команды Павел Иванов. Номер 5 – Кирилл Дорошенко. Номер 7 – Максим Драчев. Номер 9 – Александр Сынкин. Номер 11 – Мохан. Номер 13 – Владислав Агиря. Номер 19 – Игорь Тищенко. Номер 22 – Андрей Мищенко. Номер 23 – Шейх Иса. Номер 34 – Алексей Детятин. Главный тренер команды – Роман Санжан. Президент клуба – Владислав Гельзин. Представляет состав команды «Металлург Запорожье». Ворота защищает капитан команды Евгений Боровик, номер 32, номер 20, Павел Пашков, Саша Павлович, номер 10, Владимир Приемов, номер 25, Игорь Журховский, номер 88, Адыгбала Арелесси, номер 77, Серджио Диас Рибейра, номер 8, Алексей Куринов. Номер 21 – Юрий Штурко. Номер 39 – Дмитрий Лёк. Номер 2 – Андрей Сахневич. Главный тренер команды – Олег Таран. Президент клуба – Андрей Шевчук. Главный тренер сегодняшней встречи – Евгений Ароновский, Киев. Ассистенты арбитра – Андрей Нипстер, Луганск, и Александр Павлинов, Одесса. Четвертый арбитр – Сергей Скрипа, Киевская область. Наблюдатель арбитража – Виктор Дертон, Ильичевск. Делегат Федерации футбола Украины – Виктор Безбург, Луганск. Телеканал «Футбол» и «Футбол» – пятиминутная машина в Запорожье на Оренбург.
Играй, мой мать!
Уважаемый любитель футбола, произведена замена в составе Запорожского Металлурга. Вместо Андрея Сахневича, номер 2, на поле вышел Александр Каплиенко, номер 18. Телеканал футбол «Интер Футбол 2», официальные трансляторы матча «Металлург Запорожья» на поле «Интер Донецк». Помощь в районе, которая находится в зоне отбора.
Thank you.
вместо Игоря Жураковского, номер 25. На поле вышел Сергей Рудыка, номер 19.
микрофоны гоняем. Come on!
реализуется в составе команды наших гостей Донецкого Олимпа. Вместо Кирилла Дорошенко номер 5 на поле вышел Дмитрий Юрин, номер 6.